Завораживающие мелодии льются со сцены областной филармонии. Волшебный голос исполнительницы уносит каждого из зрителей в родные края. Автор композиции Оскар Мамырбаев. Главный архитектор города не только возводит сооружения, но и придумывает мелодии. Творческий вечер для архитектора – своеобразный итог его работы. На сегодняшнем вечере я хотел отчитаться перед друзьями, коллегами, соратниками, презентовать свое творчество. Хотя основную часть своей жизни я посвятил архитектуре. Поэзия – мое хобби. Я пишу стихи с юности. Они посвящены теме патриотизма, любви к своей родине, родным и близким. Особенное внимание я уделяю значению слов. На творческом вечере презентовали книгу Оскара Мамырбаева под названием «Умер Орник Тере». В ней произведения автора написаны за последние годы. Отрывки из повести, рассказы и стихи. Поддержать виновника торжества пришли представители творческой интеллигенции, поклонники, родные и близкие, а также коллеги, проработавшие с ним много лет. Я давно знаю Оскара, мы работали вместе. Это один из немногих людей, которым удается совмещать разные направления. Он не только талантливый архитектор, но и автор стихотворений и композитор. И как человек, Оскар заслуживает уважения. Концерт вызвал настоящий восторг. Зал то и дело взрывался бурными аплодисментами. Когда я слушала композицию Оскара Мамырбаева, на глаза наворачивались слезы. Я вспомнила свой аул и как будто на время перенеслась в прошлое. На будущее у Оскара Мамырбаева грандиозные планы. Он намерен продолжить создавать архитектурные шедевры. На сегодняшний день он автор многих проектов, среди которых дворец бракосочетания в Аксукенте, мечети, мемориальные и спортивные комплексы, а также торговые центры. Автор планирует удивить своих поклонников и в творческой сфере.